Добрый день, друзья. Сегодня 8 июля 2021 года. Я в Алуште. И мы сейчас с вами пройдем к ротонде. Там открыли VIP-пляж. И мы с вами сейчас все увидим. С вами канал «Дневник коренного крымчанина». Сейчас мы с вами идем по аллее коммунальщиков. Давайте посмотрим, что у нас делается со скейт-парком. Ну, работы ведутся. Вот я смотрю, уже положили арматуру, и все это будет заливаться бетоном. Курочка аппетитная. Добрый день. Аппетитно все. Золотисто, аппетитно. Спасибо. Движение идет? Еще и вкусно. Ну так, слабенько. Слабенько. Почему? Пока еще. Почему? Среднячковый, да? Среднячковый еще, да? Еще среднячковый, да. Кипяток? Да, есть кипяток. Можно его чуть-чуть? Конечно. Сейчас к паспорту подойдем и посмотрим. Окончание производства работ 30.06. Ребят, ну уже 8 июля. Ну, сейчас вот там ведутся работы, вяжут арматуру, и все это будет заливаться бетоном. Ну посмотрим, подождем, посмотрим. А у нас где-то указаны. Вот здесь столовая смак. Ну-ка, вкусные чебуреки посмотрим. Что у нас здесь? Плов 190, лепешка 50, лепешка, чай и кофе. А чебуреки у вас в какую цену? 80 рублей. Ясно, 80 рублей. С сыром. Так, и плов. Аппетитно, очень аппетитно. Спасибо, мы стараемся. Добрый день, Эдик. Привет, как? Все хорошо. Сезон спасибо. Идет, да? Идет. Нормально. Конечно. Это самые лучшие чебуреки. Спасибо. И ваши знаменитые слова. Самые вкусные чебуреки. Супер, спасибо. Чебуречки прямо с печки. Чебуречки прямо с печки. Приходите, приезжайте. А мы идем дальше. Мама, папа, привет. Они вас смотрят. Подписываем. Спасибо, спасибо, Эдик. Ребят, вышли на центральную набережную. Удивительно красивое небо и море. Ну, немножко волнуется. А мы сейчас пройдем и посмотрим, а сколько же вода сегодня, температура воды. Так, температура воздуха 25, температура воды 22 градуса. Красивые девчонки делают селфи. Ребята, и вот на горизонте катер «Стелс» выписывает пируэты.
900 лошадиных сил. Три мотора. Сейчас мы с вами подойдем к фонтану Рыбачок. Середина лета. Отремонтировали этот фонтан. Друзья, свершилось. Заработал фонтан. И уже вода. Здорово. Пляж забит битком. И теневая зона забита, его же море. Народу очень много. И теперь посмотрим с этой стороны. И вот отсюда отходят. Вот с этого понтонного причала отходят быстроходные катера на морские прогулки. Сейчас пройдем по сердечкам и загадаем желание. У каждого свое. Я уже загадал. Друзья, сегодня 8 июля. День семьи, любви и верности. С чем вас всех и поздравляю. Всем счастья, здоровья желаю от души. И сейчас мы подходим к ротонде и посмотрим на VIP-пляж. Вот уже стоят бунгало-беседки. Душевая. И это наш городской пляж. Подойдем сейчас ближе и посмотрим. Сейчас зайдем на эту VIP-зону. А вот сейчас я спросил
у спасателя, значит, шезлонг с матрасом 400 рублей, а бунгало на целый день 1500. Но если вы приходите после обеда, это вот сейчас вот такой бунгало стоит 1000 рублей. Друзья, ну и давайте дальше, сейчас я пройду, посмотрим. Это как раз под ротондой. Также здесь есть и душ. Можно обмыться. И пляж забит. Народу очень много. Ребят, и здесь же VIP-зона, и туалет платный. Друзья, ну опять же, вот я неоднократно об этом говорил, что на пляж туалет платный. Ну как так может быть? А куда? А где? Куда бежать? В море? Здесь тоже душ. Нужно обмыть ноги и... Штормит черная. Вдалеке грузится банан. Сейчас отойдет на увлекательную морскую прогулку. Друзья, и опять же, туалет платный на пляже. Но это неправильно. И здесь же на пляже можно выпить прохладительные напиточки. Так, напитки из свежего арбуза. Арбузный рай 250 рублей, арбузный фреш 200 рублей. Ну и также есть здесь молочные коктейли, смузи, безалкогольные коктейли, кофе, свежевыжатые соки. Все желающие отправиться вместе с нами на следующий получасовой парской заезд. Подходим к нам, дорогие друзья, заранее бронируем свободные местечки. И чем быстрее мы наберем командочку, тем быстрее наш капитан отправит вас прямо в открытое море на встречу с приключением. Дорогие друзья, с вами весело, с вами классно, с вами классно.
Море так и манит. За коляска особо такая вот 350. А они разного размера. Такая 300. Сарган. Сарган, сарган. А вот это что купили? Кальмар. И сколько цена? 350. А кукуруза почем у вас? По 100. Ребят, кукуруза по 100 рублей. А что пахлава медовая? 100 рублей. 100 рублей эта штучка, да? Да. А трубочка? Тоже так. Тоже 100 рублей. Спасибо. А для кого снимаете? Для себя. Друзья, и еще одна VIP-зона. Беседки бунгало. И здесь также VIP-зона, она... Здесь шезлонги, они идут с матрасами. Отправитесь прямо в открытое море. Ребят, вот это бунгало, эти беседки с мягкими матрасами стоит 1500 на целый день. Если вот с 2 часов вы пришли до конца дня, это будет у нас 1000 рублей. Мои друзья, все, кто бронировал поездочку на катере Мэри, все, кто бронировал получасовую морскую прогулочку на этом шикарном катере, здорово подходим к центру пляжа. Наш катер уже подходит за вами. Друзья, сейчас мы пройдем по теневой зоне Приморского парка. Здесь находятся рестораны, кафе. Ребят, это гриль-бар «Причал номер 1». Что у нас сегодня? Рыба, блюдо на мангале. Это развлечение для деток. Смотрим сейчас рыболов. Дорогие друзья, посмотрите в море. Нам уже каждая турнира. Кто планировал поездочку? Привет, как дела? Нормально, здорово.
Наш капитан уже идет по мосту. Какой-то фильм вы... Ребята, оригинальная колючка с красивыми цветами. Так, рыболов. Закуски, битые огурцы, рапаны в тайском стиле 350 рублей, устрица крымская 250 рублей, креветки жареные с чесноком 390 и черноморские вкусняшки, барабуля, ставрида, бычки, кефаль, сарган, калкан, луфарь и казанок черноморских мидий. Еще одно медийное место. Мы с вами сейчас подходим к кафе Ника. Рыбка, овощи. Так, форель 450 рублей, семга за 100 грамм. Я сейчас прошелся по пляжу и подойдем, еще посмотрим паспорт, сколько температура воды и воздуха. Вот она информация, значит, температура воздуха 27 градусов, температура воды 22 градуса. Друзья, народу очень много, сезон идет полным ходом. Пляжи забиты, отдыхающие загорают, купаются, морские путешествия, прогулки на быстроходных катерах. Друзья, с вами канал Дневник коренного крымчанина. Подписывайтесь на канал, ставим лайки и не забываем оставлять свои комментарии. Еще будет много интересного о Алуште и о Крыме. Друзья, ну все, до новых встреч. Иду домой монтировать ролик. Всем удачи!